Должен сказать о том, что фитовирон возник, когда начались там проблемы с птичий грипп. Да, все да? Верно. Тогда нас опять спросили, если можно что-то сделать на похожее, как этот экстракт против туберкулеза, если он будет действовать тоже против вирусных. И тогда я им ответил, что будет действовать только для поддержки иммунной системы. Если хотим специально еще противовирусные эффекты, то там должны мы добавить еще кое-какие травы. И поэтому в сегодняшнем фитовироне 70% это содержание того, что было до того, то значит, который зарекомендовался хорошо при восстановлении иммунной системы при борьбе с туберкулезом. А 30% трав мы добавили еще сверху к тому, это такие травы, которые именно имеют отношение в противовирусные и в борьбе с наследствами противовирусных заболеваний. Возникает вопрос, как действует фитовирон? То значит, мы знаем о нем, что у него 70% есть из происхождения бывшего препарата, который себя хорошо зарекомендовал, и улучшенный еще на 30% новыми травами. Таким образом, осталось там 21 трав, которые там сегодня находятся. Это, если сказать, что такое фитовирон, то это противовирусный продукт, специально разработан с 21 фармацевтически активных лекарственных растений со всего мира. Если вы видели, там мы покупаем в Марокко, мы покупаем в США, мы покупаем в Аргентине, мы покупаем эти травы в Македонии, в Польше, в Румынии, в России, в Китае, там, где эти травы растут и где их можно получать. Но и каждая из них, согласно своим активным веществам, которые или эмпирически доказаны, или научно доказаны, они вмешиваются в разные этапы борьбы с вирусом. И борьбы с последствиями вирусных инфекций. А я постарался вот эти все группы этих этап как-то разделить, и мне там возникли на следующее действие, которое обладает фитовирон. То значит, первое действие, которое он обладает, это иммуномодуляция. Иммуномодуляция – это то действие, которое еще с этих старых времен, когда препарат еще использовался только для туберкулеза. Там эти травы, так как я вам говорил, или это чага, или сибирский, как его называют, сибирский? Женьшень. Женьшень, элеутерокок. Они обладают очень крупными иммуномодуляционными свойствами. Но эти иммуномодуляционные свойства, они нормализуют количество лимфоцитов, как оно должно быть, и даже их групп, подгрупп. То значит, там есть Т-хелперные клетки, там есть Т-супрессорные клетки. Это все клетки иммунной системы, которые должны подчиняться какой-то общей регуляции, чтобы вся система работала. А если кто-то там выходит за рамки возможного, то вот эти иммуномодуляторы, они поэтому называются и иммуномодуляторы, потому что они модулируют. Модулируют, значит, если кто-то очень перешагнул, его берут назад. Если очень низкая концентрация этих каких-то клеток или веществ, то они их
стараются поднять. Поэтому говорим о иммуномодуляции. Очень крупным иммуномодулирующим действием есть регуляция цитокинов. Цитокины – это те вещества, которыми организм регулирует сам себя и клетки иммунной системы и соотношение между иммунной системой и другими клетками. Но так, это первое вот это действие – это иммуностимуляция. Много этих трав, которые там, они имеют тоже адаптивные свойства. То значит, адаптивные свойства, мы говорим о активных веществах, которые значительно уменьшают стрессовые ситуации. Стрессовые ситуации даже те при инфекционных заболеваниях. Таким образом ускоряют выздоровление человека или пациента, или как хотите. Следующий, который очень важный момент, это момент тех трав, которые мы добавили, которые обладают свойствами того, что они смогут блокировать навязку вируса в клетку. То значит, если мы блокируем навязку вируса в клетку, то это есть уже хороший профилактический эффект, который наши травы дают именно в эти времена, как сегодня. Прикрепление вируса к клетке, ага. Да, но прикрепление. Вирус сначала должен прикрепиться. Для этого он использует систему хемагглутинина, то значит, как клей, он приклеивается. А когда он уже приклеен, он ищет подход, когда как можно сделать перехождение через стенку бактерий, клетки. То значит, вот есть у нас травы, экстракты в этом фитовироне, которые блокируют эту и навязку, и прохождение через стенку. То значит, если у нас не может достаточное количество вируса, которое мы вдышаем, навязаться и даже не может проходить в клетку, то у нас останется зараженность вирусом очень маленькая. То значит, там видно чистый профилактический эффект. Ну, то есть мы уменьшаем таким образом вирусную нагрузку, да, возможно. Да. Угу. Ну, а дальше, если мы смотрим, то это не удастся все. То мы унижаем вирусную нагрузку, мы не уберем все вирусы. То значит, вирусы попадут все-таки в клетки, а в этих клетках их первая задача есть найти, входит в систему репликации, то значит, они начинают размножаться там. Для того, чтобы вирус размножался, ему нужна готовая рабочая клетка, которая имеет нуклеоны, который полностью работает и может выделять рибонуклеонную кислоту, с которой составляются эти вирусы. Ну а есть экстракты у нас, которые замедляют вот этот процесс размножения рибонуклеонной кислоты вирусной. То значит, мы стараемся тормозить навязку, стараемся, чтобы не попали в клетку, а если уже попадут, стараемся, чтобы не размножались очень быстро. Так, а если еще дальше, то в последовательности того процесса, о котором мы теперь говорим, возникает то, что если вирус уже туда попал, то в тот момент клетка отвечает на этот заряженность тем, что она выпускает огромное количество этих цитокинов. Эти цитокины распространяются за оболочкой клетки и привлекают из окружающей среды много-много иммунных клеток. И эти иммунные клетки накапливаются там, где есть этот процесс, где были выделены эти цитокины. И это не важно, это в легких, это в сердце, это печень. Там все идут эти цитокинные реакции. И если
эти клетки иммунные туда приходят, накапливаются, то мы говорим, что начался инфекционный процесс. Инфекционный процесс, который надо регулировать. Много из наших трав именно регулируют это выделение этих цитокинов. Это значит, или уменьшают тех, которых много, или увеличивают тех, которых мало и надо больше. Ну а последний момент, который есть, то значит, если эта регуляция дойдет до хорошей степени, то борьба с вирусом закончится, уровень цитокинов возвращается назад, и на этом процесс заболевания закончится. Но если эти цитокины не успеем урегулировать, не только мы, и сам организм, то возникает момент, когда там появляется один цитокин с таким огромным названием HMGB1, так его назвали. А этот цитокин, тот цитокин, который делает все эти сложные ситуации в усложнении вирусных заболеваний, и потому что он позволяет, если он там находится в ткани, он позволяет повышенный пропуск жидкостям в ткани. То значит, идет накопление воды в тканях, отек. И результатом этого отека есть иногда и органная недостаточность. То значит, органы, у которых есть отек, они уже не смогут, у них не идет метаболизм клеток, как положено, не может работать, как положено. И в самом итоге, если организм тогда не справляется, это заканчивается смертью. Ну и теперь, когда Сергей меня спрашивал, если хочу еще что-то сказать, то именно я рад, что я включил здесь в Фитовирон, потому что эти результаты, это последних 2-3 лет, когда начали исследовать, есть возможность у каких-то трав тормозить вот этот цитокин HMGB1, а показалось, что там две травы есть, которые мы включили и которые у нас даже в этой системе, когда уже было бы плохо, можно рассчитывать на их воздействие в уничтожении, потому что они привязывают вот этот цитокин, и он тогда не действует. Если не действует, заканчивается отек, и тогда идет улучшение ситуации.